А у нас новая аттракция. Неделю назад открыли такой вот подвесной чудесный мост. Весь шатается, качается. Вот народ идет довольный. И вообще не боится никто ни разу. И это вообще очень классно. Под нами водопад. Вон он. Вот он. Мост вот такущий. Долина Тоднау вся хороша. И мы здесь первая группа, как нам сообщили, при покупке билетов. Потому что мост открыт несколько дней как. Я не сомневаюсь, что все остальные компании сейчас быстренько тоже его выставят. В любом случае, мы это сделали первые. Ура, штурман!